Дерзкое ограбление в Николаеве. Двое неизвестных всего за 15 секунд обчистили магазин электроники. Поздней ночью грабители взломали входной замок, молниеносно собрали с прилавков планшеты и ноутбуки и скрылись. Как утверждают представители охранной фирмы, в магазин они приехали по тревоге уже через одну минуту, но было поздно. Грабителей и след простыл. Улетчики унесли с собой товаров на 100 000 гривен.